Университеты Алматы объединяются. По инициативе преподавателей высших учебных заведений создан альянс университетов под названием Ю-38. В него вошли все вузы мегаполиса. Организация будет заниматься научными разработками, обмениваться опытом, реализовывать социальные, культурные и другие проекты в рамках программы «Рухани Жангру». Мы считаем, что этот альянс позволит объединить усилия 38 вузов алматинских. В них работает свыше 15 тысяч преподавателей и ученых. Это мощная сила, которая получит синергетический эффект в рамках данного альянса. И альянс станет креативной платформой по продвижению принципов модернизации общественного сознания и будет способствовать, чтобы университеты превратились в драйверы духовного обновления общества. В ближайших планах альянса проведение большого научного форума для преподавателей. Тематика – сакральные объекты Казахстана. Здесь также будут представлены интернет-проекты по культурному развитию. В первую очередь, наверное, это попытка объединить все усилия для того, чтобы реализовать нашу одну общую задачу – Рухани Жангру. Большинство, скажем так, наших идей, инициатив, они в основном направлены на то, чтобы активизировать наших студентов, раскрыть в них вот этот вот творческий потенциал, да, склонность к предпринимательству, да, какой-то такой неординарный взгляд на мир.